дякуємо нашій Діні за новини. І я хочу одразу вам сказати, що ранок починається не з кави, а ранок починається із гумору, тому що зараз, прямо зараз у нашій студії команда КВН «Харлі Квін». Давайте привітаємо їх. Доброго раночку! Доброго ранку, хлопці і дівчата! Ну що, як настрій? І, як вони сказали, вони не лише команда КВН, а вони ще й команда Ліги сміху. Нічого собі, це, мабуть, щось означає, так? Так, ну і давайте зразу, як прокидаються КВНчики, лігосмішники, як у вас починається ранок, з чого? Восьмером в одній кімнаті. Гостиничная, особенно судя по Одессе. Да, если судить по Одессе, да. Двухместный номер, 8 человек на двух кроватях. Кто на матрасах, кто в спальниках. Так и жили, выживали как могли. Ну что ж, давайте трошки невеличкий такий бэкграунд для наших телеглядачів, що нещодавно. Ну, як нещодавно, в минулому році у Одесі пройшов фестиваль Ліги сміху, де був відбір до телевізійного проєкту. Ну і наші хлопці та дівчата, команда Харлі Квін, там також брали участь і дуже гарно себе показали, наскільки я знаю. Ну, да, можна і так сказати. Смотря з чим сравнювати. А чого отталкиватися? Так, ну давайте спершу все таки, а чого Харлі Квін? Хто це, що це? Довга історія, насправді. Хто це, що це? Навіщо? Ми не поспішаємо, розказуємо. Ну так, в общем, команді нашій вже 2 роки було, от в феврале. Зібрались ми просто так для себе поіграти в КВН Чернігівської ліги. Тобто, ну от я з Натахою, ми давно вже граємо. Вже стільки людей не живуть, скільки ми граємо. В общем, ну ми вирішили для себе просто піти поіграти і вирішили сколотити нову банду. В общем, были люди, которые уже проверены опытом. То есть девочка Аня с нами раньше играла в самой первой команде. А потом начали с миру по нитке вытаскивать людей. В общем... и вытащили Артема, так? Ну да, в общем, кстати, Артем попал самый последний в команду. Как ни странно, вообще, как бы мы даже не думали, что он будет с нами играть. То есть до того момента, как его не привел Влад, я даже не знал о нем. То есть вот, ну, Артем вписался быстро. И мы быстро написали сценарий. Мы за неделю до фестиваля собрались и... взяли участие. И на секундочку, в том сезоне мы даже дошли до финала. И проиграли, Домницкому проиграли в 0,6 баллов. Ничего, ваше все попереду. Это в минулом сезоне Чернігівської ліги, так? Да, да, да. Это не в прошлом, а в позапрошлом уже получается. Да, да, да. Вот. А Харлі Квін почему? У нас девочка есть, то есть когда мы выбирали название команды, у нас была, изначально была четкая идея, что мы будем кинокомандой. Что там у нас как бы весь юмор будет визуальным, подвязываться по какие-то моменты из фильма, возможно. И тому тебе зараз відчут з Аріель. Так? Ну да, да. Вот. Это, как бы... Ты единый підтримав цей бренд. Это просто моя идея, как бы была изначально. Артема Чорний квадрат Малевича. Барба. И, в общем, начали выбирать названия из различных там фильмов, из там названий фильмов, из актеров и так далее. В итоге... Рэмбо не подошло сразу, так? Ну, как бы у нас нету таких сильных мальчиков, да, видите, по нашему телосложению сначала. То есть... Горбатая гора тоже. Горбатая гора, в принципе, как бы был мальчиковый проект. То есть, ну... Но мы решили отказаться на старте кастинга. Да, именно. Как бы это уже авторские права как бы на этот момент есть, поэтому мы решили как бы туда не рыпаться. И, в общем, там было 6 или 7 названий, в итоге все проголосовали за Харлі Квін. Тобто просто вирішили вкрасти чиї сім'я. Ну да, да, это персонажи из DC комиксов. Ну так, ми знаємо це. Хто це, а хто у вас такий, можливо, представитель з команди з дівчат є, хто саме представляє цю Харлі Квін? По темпераменту, мне кажется, скорее всего, Надя у нас такая, ну, более ну, девочка. Ну, имеется в виду образ. Ну да, образ. Нет. Ну, а ось темпераметр саме у Наді, так? Ну да. Такая бадьора да запальна. Боевая, да, девушка, которая всех попускает прямо на сцене. То она сейчас, мне кажется, сидит тихенькая, но на самом деле, когда нужно, Надюша у нас может много чего показать. Да. Раздать всем и каждому. Знаєш, у мене таке відчуття, що після ефіру Надя тобі роздасть. Вийдемо на сцену, Надя роздасть всім. Приходіть, вам теж вийде. Мені підказують, що фестиваль Ліги сміху був вже в цьому році. Так, зимою. Зимку він був. Так, давайте трошки розказуйте, як ви туди потрапили, як готувалися, по-перше, туди. Я, мабуть, підготовка була у вас напружена. Ну, на самом деле, ми хотіли поїхати ще в прошлом году. То есть были какие-то у нас там идеи, но мы изначально не рискнули поехать. То есть думали взять вначале какую-то регионалку, попробовать, да, каким образом там вообще все происходит, какая схема игры. А в этом году вообще все произошло спонтанно. Мы для себя, как для команды, решили, что мы не пойдем в Чернігівську лигу. Да, то есть и решили сразу как бы с корабля на бал.
Да, то есть мы собрались, я помню, у нас там есть место, где мы собираемся, то есть собрались, и я говорю, ребята, мы в этом году едем на Лигу смеха. Ну, как бы никто не поверил мне, но в итоге мы собрались и поехали. Ну, а, до речі, розкажи нам трошки такі тонкощі, а як взагалі можна там заявку якусь подаєш, чи що треба, якесь, можливо, відео треба тут підіслати? Да, вообще есть на сайте Лиги смеха, на официальном, есть ссылка с регистрацией, то есть вы заполняете контактную информацию о команде, сколько человек, где играли, там капитаны, контактные данные, как бы с вами связаться, то есть и просто проходите регистрацию. Проходите регистрацию, вам приходит там на почту письмо, да, что мы там вас просмотрели, заявочка у вас там сохранилась и так далее. Потом просто приезжайте в Одессу, там, где вы живете, там, это уже ваши проблемы. Потом приходите на штаб, где регистрация проходит, собственно, регистрируете команду, получаете бейджики и, в принципе, в порядке живой очереди выстраивается выступление, вы уже там на них выступаете. Вот таким вот образом. Так, ну, я розумію так, що ви підготувалися дуже добре. А як там взагалі атмосфера була? От ви приїхали, і там було дуже багато різних команд. Там також чернігівці чи наші були команди «Сім'я», якщо я не помиляюсь. Да, так, також Артем Дамницький був зі своїми ветеранами космічних войск. А хто ще там був з ваших знайомих, до речі? Ваш додавав Ніж. Да, маленькі таємниці, рівні. На самом деле було дуже багато знайомих. А скільки там взагалі команд було? Около 200. А взагалі атмосфера яка? Дружня чи більш все ж таки? Так, ми вас порвемо. Не то слово. Ну, нету такого, що от ти приходиш, ти не знаєш чоловіка. Ви можете спокійно сісти, поговорити. Тобто нету ніяких, знаєте, неловкостей, коли ти не знаєш чоловіка і сидиш, не знаєш, о чому, що як. Будь то, кстати, телевізійна команда чи не телевізійна. Да, без різниці. Тобто всі відкриті, все круто. Атмосфера вообще бомбовая была, реально. Ну а взагалі, якийсь урок ви винесли з цього фестивалю? Да. Ну, да. А який? Не надо заваривать чай кипятильником. Да. Это горький опыт. А ну расскажи про цю історію. Артем сейчас вам продаст. У нас просто, понимаете, это гостиничный номер, а мы там живем неделю, кушать хочется. Мы поэтому решили закипятить себе чай. У нас перед этим все было нормально. А тут как назло ковролин. Да. Такое же покрытие, как и у вас практически здесь в студии. И получается так, что у нас кипятильник просто взорвался. Он лопнул, естественно, он упал горящим на покрытие, оно загорелось, и мы начали его тушить успешно, вследствие чего я себе ожег палец, но пришлось выступать на следующий день. Ну, чай теперь уже... вы напьете? Нет, мы у стараемся. У нас был второй кипятильник, все хорошо. Это болезненно, конечно, было. Так, ну що ж, ну я зрозумію, там дуже багато цікавого відбувається. А бачили когось з тренерів, когось з зірок, яких ми бачили всіх, на екранах? Всіх. Всіх. Да, всі були присутні, і так? І спілкувалися, на второму турі. Ні, вони окрема каста, з якою не особо часто можна спілкуватися. Ну, в основному вони зайняті, тобто вони приїжджають, ну, крім Ласточкіна, да, Ласточкін там був у перший день, там у другий ми бачили. А, допустим, вот там Кошевой, Яма, Ткач, они приехали практически там за несколько часов до второго тура. Да, и зачастую, то есть они просматривали команду, сразу же уходили. То есть где-то там, может быть, там на Садах Победы была возможность там с ними пересечься, пообщаться, но, в принципе, люди тоже заняты, у них как бы по времени не всегда все выходило. То есть у них там свои как бы там работы, да, проекты, то есть постоянно они там ходят, думают, что-то решают и так далее. Заняты люди. Заняты. А в наступном сезоне будете намагаться еще раз? Да, обязательно. В самом деле, все было бы ничего, если бы это все было не так затратно по деньгам. То есть для команд, которые, скажем так, своими силами, да, все делают, то есть там ищут где-то там деньги или там зарабатывают, допустим, там деньги, едут, тратят эти деньги, и просто каждый фестиваль, он забирает очень, скажем так, большой денежный объем от команды. Да, и даже это мы говорим, допустим, не о телевизоре, а о каких-то оригинальных Лиге смеха. То есть, чтобы поехать командой, допустим, нам, на полностью на фестиваль, это надо где-то 10 тысяч гривен. А вас четверо лежит, или еще кто-то есть у вас? Нас 7 человек в команде, со звукарем, да. Це ви разом скидаєтеся грошима і кудись прямуєте, так? Ну, не завжди так, але в основному так відбувається, тому що, як би, дуже, ну, рідко можна знайти чоловіка, який так у тебе скажет, ой, ви така класна перспективна команда, я хочу вас підтримувати. К сожалению, у нас такой человек только один, это там Оксана Михайловна, спасибо ей большое. Ну и вы же сами понимаете, то есть команда у нас огромная,
постоянно как бы выделять деньги на то, что мы такие классные, молодые, перспективные, возможностей нету. Поэтому как-то куда хватает своими силами, туда и едем. Ну, как-то так получается. То же самое было с «Лигой смеха». То есть тоже нашлись люди, которые нас поддержали, благодаря этому мы поехали. А взагалі сценарий вже пишеться для наступного сезону? У вас якісь нові ідеї генеруються кожного дня, ви якісь там все пишете? Знаєте, як студенти завжди, там день до екзамену, а давай зробимо. Да. Нет, чаще всего мы подходим более ответственно к этому моменту, да. Потому что каждая мелочь может сыграть очень фатальную шутку с командой даже во время выступления. А следующему сезону мы еще, ну, громко это сказать, пишем, потому что он всего лишь следующей зимой будет, но к региональной лиге смеха мы уже подготавливаемся. У нас есть план. Регионально где буду? Первая региональная лига смеха, на которую мы едем, это Винницкая. Вот. А далі вже будемо смотреть по тому, як ми виступимо в ній. А взагалі гумор вас у якому напрямі дивиться? На які теми шуткуєте зазвичай? Ух, на різні, на життєві. То, що ближче к житті, на той шутимо. Тому що чоловіку нравится сміятися либо з другого чоловіка, либо то, що може відбутися в житті. Правильно? Тобто ми там, де узнаємося. В основном? Основа основ – это рост. Ну, рост. Ага. У нас две маленькие девочки, вот одна из них, одна еще ниже, на 15 сантиметров. И, собственно, у нас також є маленька дівчинка Наталія, так, на 1,52 м. Так, і в мене 1,80 м. Уявляєте, у нас також у колективі шутки про зріз завжди бувають. Тож в цьому ми вас розуміємо. Ну, да, це життєва тема просто. Артем, у вас теж такий високий, мабуть. Да. У нас теж на контрасті, це з дівчинками, дуже красиво смотриться. Так, хлопці, дівчата, от скажіть, будь ласка, от ви і КВНчики, ви і лігосмішники, як сказав. А чи є різниця взагалі от, при підготовці? Про взагалі, можливо, якась специфіка гумору інакша потрібна в одному виді і в іншому? Чи все ж таки воно все одне і те саме? Ну, на самом деле, как бы это ни звучало, но где-то моменты пересекаются. Единственное, чем отличие Лиги смеха от КВН в прямом его, скажем так, виде, это то, что Лига смеха практически в 97% своих случаев она требует полотно. То есть они требуют цельное выступление, которое будет вшито и миниатюры, и шутки, там, возможно, какие-то песни. То есть, чтобы оно смотрелось цельное, как, скажем так, театральная маленькая постановка. Да, если мы берем КВН, то здесь может быть и как классическое выступление, да, то есть вышла команда, показывает блок миниатюр. Как и, допустим, это линейное выступление, вшито там с шутками. То есть в этом, скажем так, две большие как бы отличительные особенности. Ну и у Лиги смеха еще минимум импровизации, я так разумею. Так, все позаготовано. На самом деле Лига смеха, в отличие от КВН, намного импровизационный, скажем так, проект. По той простой причине, что даже в официальных там лигах КВН, там в Амике, где Масляков, то есть сейчас даже нет того самого банального конкурса разминки, да, где команды показывают, вот как они могут импровизировать. В то время, когда в Лиге смеха, даже неважно, это региональная, телевизионная, какая-то там студенческая, во всех есть конкурс импровизации, это и наклонная комната, это и алфавит, это и обычная стандартная разминка, это разминка наоборот, то есть всяческими образами пытаются показать, что команда может не только там пользоваться авторами, да, писать самостоятельно, готовиться, но и прямо вот в живое время, прямо здесь и сейчас пошутить вот на какую-то тему. Ну, а взагалі, ось всі ці ваші жарти, вони суто придумані колективом, ваше таке згенеровано. Чи, можливо, десь щось піддивлялися, дивилися на якусь команду і такі думаєте, реально смішно, давайте щось подібне придумаємо. Ну, нас... Скоріше от обратного. Якщо ми бачимо, що навіть якщо на шутки подобні є вже, если уже показали по телевизору в Амике или на Лиге смеха, мы отказываемся от этих шуток. Да. Вот. А часто такое бывает, а часто что мы придумываем идею, все круто, классно, мы ее прописали, а она берет и на следующий день появляется там в официальной лиге, либо в Амике, либо по телевизору показывают. И мы такие, ну, классно. Спасибо, вырезаем. Все, пожалуйста, вырезаем. Стільки працювали, працювали, и треба вырезать. Да. Ну, що ж, це таке, це буває. А чому ви не захотіли цього сезону брати участь у Чернігівській лізі? А у нас би не вийшло просто фізично це. Ага. Тому що підготовка к Лиги смеха все-таки... І зараз, вибач, переб'ю. А можливо так от виступати в одній і в іншій, і одні ті самі жарти і там? В одній і іншій судді? Возможно. Да.
возможно. Вы можете играть хоть во всех лигах в мире. За одну программу, да, так? Да, не вопрос. Mm-hmm. То есть это только в зависимости от вас. Mm-hmm. Но об этом просто как для команды, которая видит себя в там, чем-то там в дальнейшем, то есть нет никакой перспективы. В чем, чем хорошо играть в разных лигах? Вы можете, допустим, выбрать для себя какой-то приоритет, да, допустим, вот Лига Смеха, к примеру, вы выбираете. Mm-hmm. Если вы играете где-то там в других лигах, вы можете просто ввести туда новый материал, проверять его, смотреть, как он заходит на зал, да, как на него реагируют там судьи и так далее. Mm-hmm. И вот эти вот золотые номера, как говорит мой лучший друг Андрей Штенько, «Золото Карпат», мы этот материал оставляем, остальное выкидываем. То есть вот таким вот образом идет отсеивание ненужного материала, который, по сути, не смешной, да, либо там не такой хороший. И выбирается вот это вот золото, которое уже ставится, скажем так, на более серьезных там мероприятиях и так далее. Давайте трошечки поговоримо про плани на майбутнє. Окрім таких фестивалів, що ще плануєте? Ой, на самом деле, как бы трудно смотреть в будущее, да, скажем так. Но для нас в приоритете сейчас стоит Лига Смеха региональная. Вот. Их будет, по крайней мере, точно две. Но одна будет точно, вторая будет пока непонятно. Это Винницкая и Слобожанская. То есть после успешного выступления нас на, скажем, телевизионном проекте было много, скажем так, приглашений, да, ребят. Mm-hmm. То есть нас звали из 10 официальных лиг смеха, звали в 8. Mm-hmm. То есть подходили к нам редактора, говорили, приезжайте, ребятки. Дело в том, что не получается некоторые лиги по датам, некоторые не получаются там по времязатратности, некоторые не получаются там по деньгам конкретно. Да, то есть мы выбрали пока две, то есть, ну, не по сути, уже как бы заключающие, mm-hmm. да, там еще. Mm-hmm. Вот. Это будет вот в этом месяце, на следующей неделе, по сути, мы едем в Винницу. Mm-hmm. После этого у нас в планах игра в Нежине. 25 марта, возможно, будет у нас Ирпень. Потом в апреле уже, в принципе, это Слобожанская лига. И Сумка. И Сумка. И наш кубок. Ну, все так інтенсивно, так? Все очень плохо. Але все ж таки, до телевізору ви потрапили. Ну, хоча б до Сіверцентру. Ну, так. Нічого, все попереду. Так, хочемо побажати вам гарних успіхів, щоб ви дивували та радували всіх, щоб всі просто надривали там животи, ржали, як коні, і просто сміялися. Так, друзі, до речі, хочу сказати, що вже цієї суботи стартує 1/4, перша гра 1/4 Чернігівської ліги КВН, тож не прогавте, якщо хочете трошки розслабитися та весело провести свої дні, можете прийти. Ну, а вам, друзі, хочу ще раз подякувати, що прийшли до нас, розповіли про все це і сподіваємось, вас побачимо вже на центральних каналах у найближчому майбутньому. Звісно. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзі, ну давайте трошки зараз потанцюємо, послухаємо гарної української музики і будемо підбивати підсумки програми. Не перемикайте.